С самого утра в коридорах областной станции переливания крови царит ажиотаж. Сдать свою кровь пришли более сотни людей. Для них это дело чести, особенно в российский день донора. Я считаю, что это в какой-то степени определенно долг человека каждого, что все могут оказаться в критической ситуации, в которой будет крайне необходима кровь. Я от этого не обеднею, мне несложно ее сдать, и кому-то она может спасти жизнь. Сдача крови – процесс не быстрый. Вначале пациент проходит регистрацию и получает карту донора. Далее необходимо перекусить и сдать анализы на наличие заболеваний и уровень гемоглобина. Следом донора ждет кабинет для определения группы крови и резус-фактора. И только после этого можно приступать к процедуре. Нет, не больно. Я уж не первый раз сдаю. Я раз 15-й уже сдаю. Первый раз я, конечно же, боялся сдавать. Всех, наверное, так. Ну, потом со временем привык. Я очень давно и всегда хотела с самого детства сдавать кровь. И мама мне всегда говорила, что это благородное дело. До процедуры допускаются те, кому уже есть 18 лет и чей вес не менее 50 килограммов. Перерыв после забора крови должен быть не менее 2 месяцев. Также придется воздержаться после болезни, операции и новой татуировки. Даже при сильном желании эти правила нарушать нельзя. У нас работает так называемый федеральный информационный центр. Это единая база данных доноров по всей России. Эта функция позволяет нам исключить вопросы миграции доноров, то есть вне зависимости от того, в каком регионе донор был, мы на начальном этапе можем проверить человека на наличие или отсутствие заболеваний или состояний, которые его в донорстве может ограничить. Ежегодно областную станцию переливания крови посещает порядка 15 тысяч человек. Из них 8 тысяч – почетные доноры. Но вне зависимости от донорского стажа, за раз можно сдать не больше 450 миллилитров крови. Человек, который сдает кровь, он меньше подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям. Иммунная система, иммунные процессы организма, они активизируются. Таким образом, конечно, с 18 лет и, в общем-то, нет ограничений по возрасту, лишь бы здоровье позволяло. Кроме пользы для здоровья, каждый донор получает 2 отгула, денежное вознаграждение и сувенир на память. Дарья Коц, Георгий Иванов, День в событиях.